Черная на черном, Toyota Tacoma. Ребят, красной на черном уже нету. Это у нас 24-й год, 7-й месяц, с пневмосидушками. Вот такая Tacoma. Полная, нафаршированная, по MSRP еще дороже стоит, чем стоила та машина, которую я вам показывал. У нее другие диски, у нее присутствует электроподножка, у нее вот такая красота, обогрев поддув сидушек, вот такие шильдики ТРД на водительском и на пассажирском сидушке. У нее есть подогрев руля. Что у нее есть? У нее есть еще вот такая цена, обратите внимание, 66 299. У нее есть блокировочки, камера 360, есть повышенные, пониженные. Вот здесь вот такая красота. Машинка свободна. Если кому-то интересно, можем организовать. Она стоит и ждет вас. Очень редко выхватить можно такую машину, но Десант Транспорт вам нашел такую машину. Дайте знать, если вам интересно, и мы вам ее организуем. Мотор у них, еще раз, 2,4 литра, и это не гибрид. Ту я вам показывал, была гибридная. А нет, это тоже гибрид, сори, это iFermax, это гибрид. Тоже железный бампер, запаска, камера здесь, две камеры вот там. Она опускается как с кнопки на крышке, так с кнопки и здесь. Там есть еще одна дополнительная розетка. Если вас интересует такая машина, дайте знать, организуем, отправим. Авиадоставка осуществляется, и контейнером тоже. Здесь есть люк, резиновые коврики ТРД. Всем на связи. А давай проверим еще, сколько пробега. Я забыл вам показать. 107 миль на машине. Акустика GBL. Всем на связи. Пока-пока.